Всем привет, меня зовут Петр Воликов. На мне шикарнейшая прическа а-ля хоккеисты из советских мультиков. Ну, не об этом речь, карантин до сих пор идет, парикмахерских нет, поэтому приходится ходить вот в этом шлеме. Итак, прогнозы на не чемпионат Беларуси, на Кубок Беларуси. Благослови этот чемпионат, там не только эту страну, там не только идет чемпионат, но и кубок. Итак, Шахтер Солигорск против Динамо Брест, полуфинал, второй матч. В первом матче Брест выиграл со счетом 2-0, но в последнем мощном матче Шахтер Солигорск оказался сильнее, именно с таким же счетом, тоже 2-0. Фаворитом у букмекеров идет как раз таки Солигорск, я думаю, что здесь можно поставить на Солигорск, тем более я думаю, что они смогут забить больше одного мяча, потому что что-то мне подсказывает, что здесь будет овертайм. В общем, я ставлю на то, что в этом матче Шахтер Солигорск забьет больше одного мяча, а именно Шахтер Солигорск индивидуально. Тотал 1.5, больше. Всем удачи. Беларусь, жги!